В Губкинском несколько микрофинансовых организаций, в которых деньги выдаются практически всем желающим. Эти конторы предлагают быстро, без залога, поручителей и сбора документов, оформить кредит до 30 тысяч рублей. Проверить деятельность таких микрозаймов на соблюдение требований федерального законодательства отправились народные контролеры. Проверка была основана на соблюдении законодательства в плане определения ценовой политики, тарифной самой процентной ставки и условий предоставления кредита. Зайдя в помещение одной из организаций, общественники, разъяснив цель визита, направились к стенду «Уголок потребителя». Они ознакомились с правилами предоставления займов с процентной ставкой и осмотрели шаблон договора, который заключается между продавцом и потребителем. Сегодня проверили несколько точек вот этих выдачи микрозаймов. Все документы составлены в соответствии с законодательством действующим. Типовые формы договоров соответствуют, ставки не превышаются. В ходе рейда народные контролеры проверили 3 финансовые организации. Во всех офисах присутствовала вся необходимая информация по займу, процентной ставке и срокам выдачи денежных средств. Как отметили общественники, сотрудники МФО охотно отвечали на все вопросы. По словам менеджеров, губкинцы часто пользуются услугами быстрозаймов. Примерно в неделю бывает там по 5, по 6 человек приходит. В основном суммы где-то от 5 до 30 тысяч. Напомним, с 1 июля и для микрофинансовых организаций, и для их клиентов действуют новые правила. В большинстве случаев изменения направлены на защиту заемщиков. Теперь максимальная ставка по займу составляет 1% в день, то есть не более 365% годовых. В случае невыплаты займа с должника можно взыскать не более 2 сумм от той, которую получил заемщик при подписании договора. Елена Канина, Алексей Магин, новости Губкинского.